То есть можно начинать. То же самое. Странно. Я решил купить себе трехмоторный дельтаплан, чтоб летать быстрее мухи в магазин универсал. Ничего не надо, ну чтоб дельтаплан. Мне ничего не надо, лишь только дельтаплан. Говорю, да, нормально. Включаем опор. Когда появился опор, перелезаю через забор, и ягоди зашишем стук, перелезаю с этим дыру, когда там еду.
Но я так просто не грущу. Быстрей копытами стуча. Там тут я себя весело с такого стуча. День рождения всех, но не равнаться просто смех. Важно слово «стоп», ставил огромный желоб, расставил руки и кричит, но ничего, сейчас замолчит. Его оставим подохнуть, мы выбираем новый путь. И так я забыл скандал, который Билли мне сказал. Да, друзья, сидят. Не стал бабок, а врагов всех не помог. Да приехал.
Тарасов. Что? Какой-то бес залезает под подушку, шепчет мне про магазин.
какую-то старушку про продажу сладких вин. И мне не хочется вставать, а лучше крепко буду спать. Мне не нужен магазин, тем более продажа вин. Сумею, это нелегко. У него огромный опыт, я в сравнении ничто. Залезая в потоки, промочи мне всю постель. Я его везде гоняю.
не нужен. Меня забыли в гроб, и некому мне выпить в рынку из бана. Yeah.
подумаю о мечте. Думал, что ботинки все в говне. И в это попил, но денег пока еще нет, но есть большой нет. Сюда придет обман, а может денег принесет обман. Ну а мне шататься, зачататься, а тому. А вот я обман, может денег принесет обман. Ну а мне шататься, зачататься, а тому. Соседа жаба есть одна. Видно, надоело ему. По весне он хочет нее да-да-да-да-да-да. Хорошо. Thank you.
Я так удивился, я был поражен, когда пустовал замок на дом. Куда колесе я спасил соловья, который, подумав, упал на меня. Куда положил за стон, надо на мыслях моих, а вырежь лося. Тройка. Я в гадкое сделал ему западло, отнял 3 рубля и ударил в табло. Я побежал, какой-то бежал, мне на ходу предложил самогон. Уходишь бесплатно, спросил ты, но в мыслях моих, а ты только лазья, как я люблю. Сколько флаконов нам будет давать? Мы можем быть 3, а возможно и 5. Вот именно это хотел я узнать. Видание умных людей. Я выпил много хороших вещей. Узнал, что в больнице написал миллион. И вот наконец огурец белостья. Как я люблю может, ребят. Поем. Значит, поем. Купался на диване. Давно я не
Зеленый змей опять предал.